Да ладно. Верка, ты что ли? С ума сойти, а ты как тут? Да я на обследование. Кино по выходным. Я давно уже заметил, что вы нездоровы. Это серьезно? К сожалению, да. Нельзя сдаваться, Вер, надо бороться. Я не верю в чудеса. Чтобы разобраться в своей жизни. Да, ты хотела помочь старой знакомой. Твою помощь не приняли. Ну и отпусти ситуацию. Иногда надо примерить на себя чужую. Ну, вообще, я не люблю, когда за меня решают. Послушайте, а может, вам просто неохота всем этим больше заниматься, а? Куда приятнее с богатым типом на дорогой машине кататься, верно? А вот это уже слишком. Оксан, не дури. Но это чужая жизнь. Подумай о своей. Герой пришел. «Чужая жизнь». Премьера в субботу в 21:00 на канале «Россия».